Для замены термостата понадобится головка на 10, удлинитель для головки любой конструкции, пассатижи. Я использую вот такую штуку, она удобнее для отжимки хомутов. И в идеале еще шланг внутренним диаметром 6 и канистр, чтобы красиво слить антифриз. Как слить антифриз? Как антифриз сливать? Подобных, как бы тут сосочек есть для слива, трубочка шестерка, а краник где? Краник обычно где-то тут. Тут все закрыто, ничего до сюда не добраться. Оказывается, лезем рукой за защиту. Вот так вот. Надо изогнуть руку прям так хорошо. И нащупываем там краник. Сейчас попробую его на телефон снять. Не знаю, видно, не видно этот краник, но вот он есть. Там краник. Увидеть его невозможно вообще никак, только нащупать рукой. Сначала нужно снять вот эту вот пластмасску. Она на вот этот вот шланг, на вот эту трубку от кондиционера надета. Убираем. Вот она, крышка термостата. Под ней находится термостат. Затем надо плоскогубцами отжать вот этот вот хомут. Он тут такой с фиксацией выполнен, удобно его. Затянул, защелкнул, отодвинул. Все. Снимаем шланг. И откручиваем крышку термостата. Это сделать одной рукой у меня получится вряд ли. Открутил две гаечки. Снял крышку термостата, и все. А вот он, вытаскиваем, ставим новый, собираем. Все очень просто. Toyota, управляй мечтой, чини без матов.